Так, всем привет, это четвертая уже часть прохождения Tomb Raider. Мы с вами прошли затерянную деревню и пришли на дорогу к базе. Там в лагере у нас есть очки, покачаемся. Опа, боец появился. PlayStation, да? Русская фигня. Thank you.
Так, все, вроде всех разобрали. Эдо, монета отчеканена в конце 17 века. Могла попасть сюда с любого корабля.
времен Второй мировой. Кажется, японский. Короче, непонятно, чем это все закончится, но я теперь с отцом Матиасом. А что, если мы тут навсегда, надо как-то устраиваться, да? Он меня первым братом называет. Вообще-то Матиас с головой не дружит, да, это понятно. Но вот что не отнять, он умный, он опасный. Он об острове все знает. Если удастся отсюда свалить, то вот этот точняк только с его подачи. Но так что мы как бы довольны, еда есть, оружие есть. Что шторм на берег вынес, наше. Насчет новых, если пассажиров надо порешать, тоже мы. Хотя что там решать? Кто не согласен, того в расход. Короче, мы здесь хозяева. Запчасти, короче. Жизнь-то налаживается, мужики. Thank you.
твоя, твоя. Вроде хрупкое. Блин, а обратно я не смог. Вроде хрупкое. Нормально мы так всех разорвали-то, а? Гори в аду.
отчет экспедиции. Погодные условия крайне неблагоприятны. Наши потери из-за штормов — два грузовых судна. Экспедиция расквартирована на острове. В горах возведен узел связи. На берегу начато строительство базы. Предварительный осмотр выявил несколько перспективных мест для раскопок. Остров намного больше, чем ожидалось первоначально. История местной цивилизации насчитывает многие сотни лет. На установление причин возникновения аномальных атмосферных явлений уйдет много времени и усилий. В случае успеха наша победа в войне гарантирована. Это поворот. Нормально, всех разобрали. Пути отступления себе. Оформляем и начинаем собирать.
Отец Матиас освободил нас. От чего? От острова? Алекс, ты на связи? Да. Пульт сломан. Плохо. Но если рядом нет магазина электроники, тебе придется все сделать вручную с инженерного пульта. Ну что ж, надеюсь, справлюсь. Ну да, но сначала его нужно найти. На этих старых вышках их размещали. Высоко. В смысле, очень высоко. Опять наверх? Прекрасно. Сентября 82 года. Итак, я остался один. Остальных больше нет. Оно и к лучшему. Я наблюдал со скалы, как буря швыряла и крутила их самодельная утлая суденышка. Свинцовые тучи нависли над самой водой, как карающая длань, тянущаяся к одинокой, обреченной на гибель лодке. Этот шторм не пережил никто. Буря налетела неожиданно и была явно локальной. Я специально следил за развитием событий, и также внезапно все вдруг прекратилось. А что самое интересное, я уверен, все это не было случайностью. Тут чувствовался какой-то умысел. Не знаю, что происходит на этом острове, пока не знаю. Но если я надеюсь выбраться отсюда, то должен во всем разобраться. Пора браться за дело. Так, все, 100%, да, в горной базе. Где костер-то? Прикольно. Вон, идти все больше никуда.
Только бы эта вышка заработала. Лагерь, мне надо прокачаться и там все такое. Я понимаю, что я сейчас пойду куда-то далеко. Блин, а я не могу вернуться, да? Ёшки-матрёшки. Ладно, идемте дальше. Так, сейчас качнемся. Ликорн, зависит от того, во что Жора будет играть. Может поиграем, может нет. Посмотрим.